вами МД-519. Мы немного поговорим, конечно, опять об второй урок рисунков, и мы будем на этот раз рисовать альфа. Вот этот рисуночек. Такой себе рисуночек. Его я придумал самостоятельно, отталкиваясь на слове альфа и бета. Ну а потом будем почти точно такой же на новом опять листе. Сейчас я заготовлю листик. Полностью мне чистил лист. Опять основываясь на вот этом примере, как я в прошлом уроке уже говорил. Подглаживаем, подставляем. Двойной. Прозрачным. Ну разве что видно, но я буду рисовать именно вот тут. Или посередине. Где-то вот тут. Мы приступаем. Берем опять мою любимую руку. Берем нашу альфа. Ставим рядом и начинаем. Вот, рисовать. Мы опускаем сейчас. Я записываю на... Записываю на нетбук Dell Inspiron Mini 1020 модель. Windows 7 64 бита. И плюс у меня есть официальная лицензионная версия Photoshop C6. C6 Extender и плюс парочку. Также я буду учиться на оператор компьютерного набора. Это буду мастера по установке Windows. Буду покупать лицензионную версию Windows за $80. Поехали. Итак, я как Ивангай. Хай-хай. И одеваю очки. Ивангай это не делал. Пока. Смотрим. Итак, поехали. Как мы основываемся на вот этом рисунке, вы видите. Так. Ага. Сумки мы начинаем нашу так, вот так, да. Так как вы видите, наш сундук готов. Экай. Я тебя не копирую, у меня эта прическа была еще раньше. Если не веришь, посмотри предыдущее видео.
Я тебе делал вузел. Вот основа с вот этом. А, немного хуже, потому что времени у нас мало. Могу как бы и 3 часа рисовать. Есть один фон, который есть на канале, его нету. Но скоро я его выложу сюда, рядом. Может быть, я его сфотографирую и скину. Просто распечатаю и вам покажу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Также повторяю, что все мои рисунки, ну, которые я рисовал, там меч, альфа, бету, альфа, надпись альфа, будет ВКонтакте, в альбоме Adobe Photoshop. Или просто мои рисунки. Пока. Блин, надо опять дорисовать. Пишу, дорисовать не получится никак. Готово. Делайте вызовы, кидайте, что нарисовать. И я. Всё. Я одному парню должен был делать этот из Майнкрафта, но он меня, падла, кинул. Кинул, да. Я вот всем объясню. Я делаю хорошо, делаю качественно баннеры, но есть одно но. Он меня кинул. Он себе наработал на 50 рублей, должен был отдать. А потом, ты фигово делаешь, то все, или 7-3. Так далее. Я заказал анимированную шапку у человека, сделал мне за 467 рублей. Я говорю, такой ему пишу, я тебе за 50 принял, а ты, блин, потратил больше. К опытным я знаю, я работаю в пиар-отделе, и там вообще баннеры вот это все для Ютуба, там еще что-то, там визитки 2000 рублей на минуточку, 2000 рублей, если он хочет идеальную, красивую, шикарную, не за один день, потому что за один день шикарный не получится, а долго. Пусть платит 2000 рублей, без проблем, ему шикарную сделаю. Всем пока. Я как Лунгай. Всем бай-бай. Бай-бай, Лунгайцы. Привет. С вами снова МД-519. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока. Иванга это не делал, а я делал. Я в очках. Скоро появится песня наш. Ну, я как бы не автор, не исполнитель. У меня будет на руке здесь 5.rsh. И тут тоже. Я, наверное, набью. Новую сделал, короче, татушку хочу себе. Кто какую посоветует? Освещение у меня от солнца. Могу показать. От солнышка. Так вот. Так. Говорил я. Подписывайся на канал, ставь палец вверх. Лайки, никаких дизлайков.